Сидим на дорожку, едем в Бангкок. В Бангкок уже видео записываем. Потому что вы нехер все записывать, потому что мы никуда не летаем. Завтра вечером прилечу. Захотел поменять место, где сижу, на более улучшенное. Сказал, что картошку не надо. Один хлеб принеси. Самое поразительное, что нет очередей. Ну, в принципе, потому что нет людей. Классно выглядит аэропорт в наши дни, да? Чё, как вам аэропортик? Никого нету. Да? Печальненько, да? А я ещё, кстати, в маске не снимался ни разу. Это первый репортаж, когда я в маске хожу. Минут 20 поговорил с Наташей. Привет, Наташа. Какой у нас самолет? И я проплатил 175 бат, чтобы сидеть здесь, а не на два ряда дальше. Разницы никакой. Вот так вот выглядит аэропорт. Народу никого вообще. Так, короче, вышли с аэропорта. Пытался взять сертификат о вакцинах, мне не дали. И берем такси. Я негодую, блядь, таксист пидорас, блядь. Просто меня возил, меня аж затошнило. Кондишку выключил, я его сделал, блядь, похолоднее, он вообще его нахуй вырубил. Урод, блядь. Гостиница. У нас вот такой, мой номер не готов. Сказали подождать 5 минут. И за то, что я жду номер, мне выдали 2 купона в Ухану. Говорит, поднимайся. Поднимайся на скайба и жди там. Я говорю, ну ладно, я пошел бухать. Такой лифчик. Лифчик такой. Лифчик. Что-то пытаюсь себе настроение поднять. Тут столько... Попался таксист, который, блядь, в Бангкоке первый день живет. То, блядь, бармен, который вообще первый день работает. Какая-то хуйня, блядь. А. Закрыт. Я, честно говоря, только из-за тренажерного зала сюда и приехал. Тогда будем бухать. Мы как-то это переживем. Надо фиксировать 23:03. Нам туда. Такой номер. Сортирчик. Короче, делаешь дело. И смотришь. Или смотрят все на тебя, как ты делаешь дело. Ну, не суть.
В принципе, нормально. Душик, ванная, шкаф с одной дверцей. А зачем три дверцы? Одной достаточно. Правильно? Правильно. Излишек, кстати, зачем? Кровать, кстати, мягкая. Плазмочка. О, кстати, тонкая плазмочка. И вид на Бангкок. С той же стороны, что и сортир, в принципе. Надо было, блядь, сортир с этой стороны сделать. Легче тушиться было бы. Ну, а так, в принципе, нормально. О, стульчик, как у меня дома. Надо незаметно поменять. Шутка. Шуточка. Короче, все рестораны закрыты. И пришлось купить 7-Eleven. Вот. И теперь кушаю. Да. Четко. Ресторан closed. Пит мами. Cannot sit here. Я забыл, какой у меня этаж. Капец вообще, блин. Поехал на лобби узнавать, какой у меня этаж. 6. Да я сахар мне покупал. 23-й этаж у меня. 23-й. Был я на 23-м. Вот так вот выглядит Starbucks в Бангкоке. И народу, только я. Еще никакой Бангкок я не видел никогда. Hello. Доброе утро, надо в маске. Короче, вот откуда оно все пошло. Чемоданы. Короче, есть два варианта. This price I know how much is this? 200,000 baht? Mm-hmm. This one 475,000. Mm-hmm. Not big difference. Yeah. Yeah. Okay.
короче, есть еще такой вариант сумки. Тоже прикольно. Она унесет сейчас? Да, она сейчас. Все, Рома, сейчас она помешает и съест. Лика постоянно в телефоне сидит, все, мой день рождения. Именинник. Ну что, у тебя... Орешку. Катенька, подай соус. Вот тут, дальний. Очень бежит. Это что? Это я буду более сделать. Сейчас, спасибо, дорогой. Держи. Молодец, да? Ну давай так, этот сидит. Не-не, это свежая не надо. Хотя бы одно прожую. Спасибо. Второй? Рок-бак-бак. Рок-бак-бак. Может, ты под себя поближе? Катя, может, подвинешься к нам? Попробуй. Катенька, двигайся. Bogonita. Happy birthday to you. Happy birthday.